I'm sorry, I just want to make a short video. 3 kilometers, this and parallels. Oh, it will be beautiful? Yeah, yeah. Oh, okay, I'll wait. Thank you. Мы в Дубровнике, теперь я еду в порт для того, чтобы сесть на паром и добраться наконец до острова Лапуда. Ой, очень здесь красиво. Конечно, пожарче, чем в Берлине. Осталось подождать 2 часа, пока придет паром на Лапуд, и я буду на месте. Единственная маленькая проблемка то, что солнце жарит, парит прям в зените, все заливает весь город, а я немножко, знаете ли, не по погоде одета. Ну ничего. Если вы приедете в Хорватию и захотите так же, как и я, отдыхать на каком-нибудь другом острове, а не в самом Дубровнике непосредственно, тогда вам нужно будет вот в кассе купить билет на паром, перейти улицу, и вот здесь отсюда отходит паром, который развозит людей на разные острова. Ребята, я добралась до Лапуда. Вам мой большой совет. Постарайтесь подгадывать свой рейс под расписание парома, потому что паром из Дубровника до Лапуда идет примерно час. И я с вами разговаривала уже, когда было совсем светло, а сейчас уже вечер такой поздний. Вот, поэтому я даже без чекина сразу пришла в рейс. Thank you. Так, это главная достопримечательность нашего номера. Вид с балкона, да и сам балкон. Здесь можно очень уютно посидеть, перекусить, пообедать, поужинать. Я здесь работаю с компьютером, здесь очень удобно. Как я сказала, мы живем на 6-м этаже, а там на 7-м начинается зона спа. Так, с отеля Лафодия начинается набережная и продолжается таким полукругом до пристани. На пристань приходит паром, корабли с туристами. И там же находится францисканский монастырь, до которого мы еще дойдем нашей прогулки по Лапуду. Так, я забралась на 7-й этаж по дорожке из нашего номера и хочу вам сейчас показать очень красивый вид на море и на бассейн Лафоди, который как раз сливается с морем. Так, это вот зона спа, бамбуковая такая редкая рощица. Вот, смотрите. Красиво, да? Бассейн работает с 10 до 5. Очень жалко, потому что здесь очень красивый, правда, быстротечный закат. И хотелось бы там как раз снять закат. Очень красиво. Вот такой бассейн. Цикады тут невероятно громкие. Вы слышите? Слышите? А теперь пойдемте на пляж. Ну что, мы на пляже Лафоди. Пляж здесь галька и камни. В каких-то крупных камнях обитают морские ежи, но вот там, где галька заходит, там можно их не бояться. Каждый день здесь проводятся активности для отдыхающих. Особенно активны здесь европейские бабульки, которые даже бабульками невозможно назвать, потому что они просто пышут энергией, без страха катаются на водных скутерах, на каяках, смеются, шутят, вообще радуются жизни и приятно за ними наблюдать. И, знаете, вообще вся эта обстановка мне напоминает чем-то грязные танцы
такой вот семейный курорт с прекрасной обстановкой, атмосферой, активностями. И вообще наблюдать здесь за людьми очень приятно, потому что здесь никто не пытается как-то вторгнуться в ваше личное пространство, заводить какие-то знакомства, дружбу, какие-то приятельственные отношения. Все соблюдают личное пространство, все очень улыбчивые, вежливые, но никто к вам не навязывается, не лезет в дружбу или с желанием пообщаться. Люди здесь очень самодостаточные. И если здесь есть семьи с детьми, я никогда не слышу каких-то оров, криков, визгов или что дети кричат, а родители на них ругаются, куда-то не туда не полезли. Все достаточно расслабленные, спокойные, в гармонии. И, кстати, очень много таких пар в возрасте от 40 и выше с детьми, которым там 5-6 лет. Возможно, поэтому они сохраняют какое-то такое спокойствие. Вот такая звонкая цикадная дорога ведет на центральный общественный пляж Лапуда. Лапуда. Можно было вот так вот комфортно доехать на пляж, но нет. Нет. Нам надо идти 1,5 километра. У нас не ленивый жопочко. Шай научился работку, говорить по-хорватски. Правда, почему-то скрывается. Пляжку на пляжку. Что можно сказать из плюсов? Он песчаный, здесь очень долгий заход в море, поэтому если вы путешествуете с детьми, можно не переживать за то, что они случайно зайдут в какую-то очень глубокую зону. Здесь, как видите, очень мелко. И плюс детям будет чем заняться, потому что здесь есть песок, и можно построить всякие песчаные башенки. Так, из минусов. Здесь, вот вы знаете, очень как-то ощущается жара. Может быть, за счет того, что здесь менее обдуваемая часть Лапуда. И помимо этого, лежаки платные, стоят они 100 кун. А вот едут ленивые жопки. Но мы на пляж, из пляжа идем пешком. Мы честно нахаживаем наши шаги. Ой, еще ленивых. Сколько ленивых людей на Лапуде. Ну, просто потому, что мы туда сходили один раз, я думаю, больше не пойдем. Будем ходить рядом с отелем лучше. Я все-таки больше люблю каменистые пляжи, потому что вода чище, она прозрачная. Снобы. И как-то там поприятнее, лежаки помягче. Говорю, мы же снобы. По-хорватски снобку. Ты портишь просто впечатление обо мне в моем же влоге. Так нельзя. Снобку.